Доброго времени суток, мои дорогие. Я нахожусь в Ване. Природа, здесь птицы поют, петухи, вы можете слышать. Надеюсь, у вас хорошее настроение, несмотря на текущую ситуацию. Всем желаю здоровья, терпения и благополучия вам и вашим семьям. Хочу предложить в этом видео ритуал от соперниц. Вернее, чтобы ваш муж, либо ваш любимый мужчина не изменял в командировках. Значит, будут два варианта ритуала. Первый. Для первого вам потребуется красная нитка и иголка, а также какая-либо его одежда. То есть это могут быть брюки, майка, все что угодно. Если такой одежды нет, предположим, вы девушка, то вы можете провести сначала ритуал и подарить ему ту же самую рубашку, либо майку, либо просто платок. Также дома, если вы не хотите делать ритуал на какую-либо одежду, то можете взять просто платок и вручить ему с собой в командировку платок. Значит, ритуал этот мы будем проводить на растущую луну, потому что будем вызывать рост чувств, рост страсти у мужчины по отношению к вам. Но если вдруг по какой-то причине эта командировка неожиданная и фаза луны бывающая, то ничего страшного, проводим, но бывающая. Значит, как я уже сказала, нитка, красная иголка, продели и оставляем под подушкой либо под матрасом у своего мужчины на ночь. Если нет такой возможности, вы живете не вместе, то тогда придется положить под свою подушку на ночь. Значит, утром достаем. Узел можно завязать предварительно, можно уже утром завязать узел. Значит, и берем, я взяла небольшой кусочек такой светлой ткани. То есть вы можете взять платочек, как я уже сказала, или любую одежду. Значит, делаем первый стежок. Они могут быть маленькие, побольше. И читаем на первый стежок. Отношения наши верные. Сделали вот один такой стежок. Далее с обратной стороны у нас второй стежок идет. На второй стежок мы читаем «Чувства твои сильные». И на третий мы читаем «От измен наша пара закрыта». То есть таким образом у вас получилось с одной стороны два стежка, здесь один и всего три стежка. Далее на три узла мы завязываем. На три узла завязали и нить можно спокойно обрезать, либо оторвать как угодно. И эту вещь нужно, чтобы ваш мужчина взял с собой. Таким образом, она будет оберегать вас от измен, вашу пару, от соперниц, которые вдруг неожиданно могут возникнуть. Если вы по каким-либо причинам не можете провести этот ритуал, то в помощь вам следующее. Соль. Любое количество соли берем и трижды читаем следующий текст. Соперниц прочь отгоняю, от измен закрою моего друга милого Сергея. Одна я, раба Ирина, буду для тебя желанна отныне и навеки. Трижды на эту соль почитали и своему мужчине соль дали в командировку. Конечно же, можете не одну соль, еще что-то ему приготовить, но чтобы обязательно была соль. Если он будет не один эту соль пробовать, ничего страшного, она будет действовать только на вашего мужчину. Можно провести два ритуала, можно выбрать один, какой вам наиболее понравится, и провести его. Всем желаю любви и верных, стабильных отношений. Подписываемся на канал и ждем дальнейшие ритуалы.